Физкульт, привет! В эфире НТВ очередной выпуск информационно-аналитической программы о спорте «Хет-трик». И в эти дни наше все – это, конечно же, хоккей. Ровно неделю назад в этой студии мы подводили итоги досрочно оконченного сезона для «Торпедо» вместе с главным тренером автозаводского клуба Петерсом Скудрой. Ну а уже на следующий день после эфира он вместе со всей командой раздавал автографы в культурно-развлекательном комплексе «Нагорный». Подобные мероприятия стали хорошей традицией, когда вот так, в непринужденной обстановке, болельщики могут пообщаться со своими кумирами. Сотни нижегородцев пришли в тот день, чтобы получить заветный росчерк на фотографии или на клубной атрибутике. Уж простите за банальность, но позитивом в тот вечер сердца болельщиков наполнились до краев. Ну а самое главное, болельщики подзарядились перед новым испытанием. Теперь все внимание поклонников хоккея обращено в сторону нижегородской молодежной команды «Чайка». Подопечные Вячеслава Рьянова успели раздать всем нам валидол. Ведь в 1/8 финала Кубка Харламова «Чайка» растянула серию до максимальных 5 матчей. Напомним, две домашние игры взяли нижегородцы, а вот на выезде наша молодежка 2 матча уступила. И накануне все точки над «и» наконец-то были расставлены. На льду Дворца спорта имени Коноваленко в первом периоде голов не случилось. Гости во второй 20-минутке перехватили инициативу и на 28-й минуте открыли счет. Шайбу в ворота Андрея Суханова забил лучший бомбардир регулярного чемпионата Рафаэль Бикмулин. Белосиние вполне могли сравнять счет еще до перерыва, но Игорь Руденков промахнулся мимо пустых ворот гостей. В третьем периоде «Чайка» обрушила на соперника шквал атаки, и это в итоге привело к голу. На 54-й минуте Артур Гиздатулин удачно сыграл на добивание после броска Тимура Таратунина. Основное время закончилось ничью, 1-1. А уже в овертайме хоккейные боги повернулись в сторону «Чайки». Победную точку в матче на 4-й минуте дополнительного периода поставил Георгий Морев. Вырвали победу. Я думаю, что сейчас это придаст дополнительные положительные эмоции ребятам. Восстановимся. Ну что ж. Это очень хорошо. Команда «Реактор» очень сильная команда. Я думаю, что на этом этапе две очень сильные команды встретились. То есть время раскачаться не было, как в том году. Хочу обратиться к главному тренеру «Чайки» Вячеславу Рьянову. Вячеслав Серафимович, ну поберегите вы нашу нервную систему. Ну скажите, зачем нам эти затянутые серии? Давайте как-нибудь в 3, ну максимум 4 матчах все решать. Хотя в четвертьфинале 3 играми уже не обойдется. Нижегородская молодежная команда «Чайка» оступилась в первом матче четвертьфинала Кубка Харламова. Действующий обладатель этого трофея на льду Дворца спорта имени Коноваленко принимал астанинских «Снежных барсов». Автозаводцы провалили первый период. Тому способствовали многочисленные удаления в составе хозяев площадки. И однажды гости сумели извлечь выгоду из численного превосходства. «Снежные барсы» открыли счет на 13-й минуте, когда на льду было только 3 игрока «Чайки». Во втором периоде подопечные Вячеслава Рьянова перехватили инициативу. При этом нижегородцы сделали 13 бросков по воротам, тогда как астанинцы побеспокоили нашего голкипера только 4 раза. Такой напор закономерно перерос в гол. На 33-й минуте при равных составах очередную атаку первого звена точным ударом завершил Денис Шураков. Ну а в середине третьего периода заполненные трибуны буквально взорвались овациями в адрес Романа Горбунова. Он вывел «Чайку» вперед после голевого выхода 1-1 с вратарем. К сожалению, белосиние превосходство удержать не смогли. За 4 минуты до сирены арбитры назначили штрафной буллит. И в этой дуэли Андрей Суханов проиграл. 2-2. В овертайм победителя также не выявил. И все решилось в буллитной пульке, где удача повернулась в сторону гостей. И в этой паре повели «Снежные барсы». Да, было дело. Барсы повели, но ненадолго. После второго матча этой пары поражение в первой игре показалось просто плохой шуткой. Потому что накануне дружина Вячеслава Рьянова показала яркий и, главное, победный хоккей.
Заполнены трибуны Дворца спорта имени Коноваленко. Жажда реванша за поражение в первом матче четвертьфинала Кубка Харламова и просто сумасшедший накал эмоций. Все это про вторую игру пары «Чайка» – «Снежные барсы». Напомним, стартовую встречу взяли гости 3-2 по буллитам. Но во втором противостоянии о поражении не могло быть и речи. Наша молодежка с первых минут взяла игру под свой контроль. И уже на пятой минуте команда Вячеслава Рьянова использовала первое же численное преимущество. Причем Игорю Руденкову для реализации лишнего хватило всего 16 секунд. Следующего гола пришлось ждать 17 минут игрового времени. На заре второго периода преимущество хозяев льда упрочил Артур Гиздатуллин. На этот раз команды играли при равных составах. И при том же раскладе, уже ближе к перерыву, овации трибун вызвал гол в исполнении Ильи Кондрашина. И пусть особо скептически одаренные специалисты назовут эту шайбу случайной, своей значимости она не потеряет. Забегая вперед, отметим, что по итогам встречи в количестве бросков высветился полный паритет – по 34. И в створ ворот соперники тоже бросали одинаково точно – по 24 броска. Но при этом астанинцы смогли пробить Андрея Суханова лишь однажды, когда «Чайка» в начале третьего периода оказалась в меньшинстве. А вот жирную точку в этом матче за 2 минуты и 4 секунды до сирены поставил Никита Рогов. 4-1 в отдельно взятой встрече и 1-1 в серии, которая теперь переезжает в Астану, где пройдут две игры этой пары – 26 и 27 марта. И может случиться так, что именно в воскресенье станет известен обладатель путевки в полуфинал Кубка Харламова. Надеюсь, что уже в понедельник, 28 марта, первой новостью в выпусках информационной программы «Объективно» на нашем канале станет информация о выходе «Чайки» в полуфинал Кубка Харламова. И очень надеюсь, что в момент выхода «Хитрика» в эфир вы уже будете знать победные новости из французского Страсбура, где БК Нижний Новгород проведет ответный матч в рамках Еврокап. Да, должен признаться, что этот выпуск нашей передачи мы записывали в среду, 23 марта. Потому в рамках программы я и не могу озвучить результат ранее озвученного матча. Зато с удовольствием вспомню о том, что горожане стали настоящей грозой авторитетов в рамках Единой Лиги ВТБ. Еще один грант российского баскетбола пал перед натиском БК «Нижний Новгород». На этот раз команда Айнерса Багаскеса на паркете Нагорного вырвала победу у обладателя второй строчки турнирной таблицы Единой Лиги ВТБ – казанского «Уникса». Заметим, что горожане в начале третьего периода уступали минус 14, но в итоге сумели переломить ход встречи. Правда, для этого основного времени не хватило. Все решилось в овертайме, где черно-белые не оставили казанцам никаких шансов на победу. 91-81. Заметим, что «Уникс» стал очередным клубом большой четверки, который проиграл «Нижнему». До этого горечь поражения от горожан уже познали ЦСКА, «Лока» и «Химки». Небесная канцелярия не торопится порадовать нас по-настоящему теплыми весенними днями. Но в Российском футбольном союзе свой календарь. Сказали весна, значит весна. Ни футболистам, ни болельщикам от этого теплее не становится. Но тем не менее, календарь первенства ФНЛ снова в разгаре. Нижегородская «Волга» в рамках 26-го тура первенства ФНЛ на домашнем газоне центрального стадиона «Локомотив» принимала калининградскую «Балтику». Холодная погода и практически штормовой ветер не позволили соперникам показать полноценный динамичный футбол. Но тем не менее, опасные моменты в этой встрече были. Так, в первом тайме хозяева поля взяли мяч под свой контроль и однажды чуть ли не половиной состава организовали атаку. Но в этом моменте Андрей Козлов пробил из-за пределов штрафной гостей прямо во вратаря. «Балтика» в обороне тоже не отсиживалась. Например, Кириллов с убойной позиции проверил на прочность перекладину ворот Дениса Вавилова. «Волга» вполне могла открыть счет и во втором тайме. И в обоих случаях этому способствовал все тот же Козлов. Но 10-й номер сначала не смог переиграть вратаря калининградцев, а в другом моменте тем же голкипером был сбит штрафной. Но судья почему-то на точку не показал. Зато этот же арбитр назначил спорный штрафной на 90-й минуте матча. Этот стандарт в итоге и стал решающим. Макарчук сделал подачу с правого фланга, и Сармонт в высоком прыжке отправил мяч в сетку ворот «Волги». 0-1. Грамотная игра «Балтики». Мы знаем эту команду и предупреждали самое главное, что чего ждать. Все расписали.
И сказали, и по Сармонту сравнивали его с Пасько, что молодой, настырный, что лезет, давай вот Колев, так как 10 из 10 в прошлом матче единоборств верховых выиграл, именно его поставили. Хотя, в принципе, думали, Буйволова или его. Вот приняли решение. Ну, значит, неправильно приняли. Ну а потом был выезд в набережные Челны. Кстати, тот тур запомнился не только успешной игрой «Волги», но и некоторыми вполне неожиданными результатами. Нижегородская «Волга» одержала победу в очередном матче первенства футбольной национальной лиги. Команда Андрея Талалаева на выезде играла с «КамАЗом». С одной стороны, это аутсайдер первенства. С другой, на старте весенней части сезона, особенно на своем поле, любая команда может преподнести сюрприз. К тому же, отчетный тур порадовал любителей сенсаций. Взять тот же разгром лидера первенства. Армавирская «Торпеда» Валерия Карпина одержала крупную победу над «Газовиком» из Оренбурга. Поэтому легкой прогулки в набережных Челнах ожидать было опасно. В итоге голы Петрова и Саркисова принесли победу волжанам 2-0. Следующий матч «Волга» проведет дома против «Спартака» 2. Если футбольный календарь только набирает обороты после зимних каникул, то вот плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом сейчас в стадии финала. К сожалению, для нижегородского старта сезон окончился досрочно. И на днях в тренерско-административном штабе подвели итоги. Для хоккейного клуба старт сезона закончился досрочно. Напомним, наша команда по итогам регулярного чемпионата в первом раунде плей-офф вышла на одного из кандидатов на золотые медали – Иркутский «Байкал-Энергию». Противостоять столь грозному сопернику оказалось не по силам. Но в общем и целом сезон получился неплохим. Так, на подведение итогов заявили в тренерско-административном штабе клуба. Сезон закончился. Задача минимум, которая стояла перед командой, перед клубом, была выполнена. Клуб занял по итогам чемпионата России среди команд Суперлиги первое место. Ой, первое место. Оговорка по Фрейду, да, хотелось бы. Седьмое место. Вот. Что-то получилось в этом году, что-то не получилось. Но в целом все равно результат, мы признаем результат удовлетворительным. И будем стремиться, скажем так, к достижению новых целей. Про то, что я сказал, все равно первое место – это да. Это наша мечта. Мечта хорошая, тут не поспоришь. А вот идти к ней старт будет уже без первого в истории клуба легионера Еспера Хворнума и лучшего бомбардира сезона в составе нашей команды Сергея Почкунова. Но в основном костяк останется. Тем более, что у нас появились и свои звезды. Отметить хотел бы игру нашего молодого вратаря Максима Болотова. Вот он, очевидно, прибавил. Он сделал очень огромный шаг вперед. И мы очень рады этому. И то, что у нас парень вырос в спортклубе «Нижегородец», Юрий Николаевич Алексеев, у него первый тренер. И то, что Вячеслав Геннадьевич Рябов с ним, скажем так, огранку делал вот этого вот, скажем, изумруда такого, который у нас появился. В тренерском штабе изменений пока не предвидится. Так, Алексей Куркин заверил, что в следующем сезоне в должности главного тренера останется Игорь Чиликин. Первый период нашего хитрика постепенно подходит к концу. Буквально через несколько минут в нашей студии появится гость, который, это я обещаю, зарядит вас позитивными эмоциями. И они будут практически такие же, что были на турнире детских садов по флорболу.
Да простят нас профессиональные спортсмены, но все Олимпийские игры, чемпионаты мира вместе взятые по накалу страстей не идут ни в какое сравнение с турниром по флорболу среди детских садов. В этом году к дошкольникам впервые присоединились и первоклашки, которые выступили в отдельной группе. Смотрите, сколько пришло родителей, очень много, у каждого ребенка пришли, семья, бабушка, дедушка. Праздник для детей, для родителей, все великолепно, всем все нравится. Смотреть с трибун – это одно, а вот самому, может быть, впервые в жизни забить гол – вот главная награда. Кстати, в этом возрасте самое сложное – отдать пас. Ведь так не хочется делиться, когда перед тобой цель. Но Матвей Кадачегов из команды ФБК-30 собственной игрой доказал, что пас в командной игре – это самое главное. Именно совместной работой они обыграли сверстников из команды «Светлячок». На счету Матвея и голы были, и результативные передачи. Итог – 2-1 и золотые медали турнира. Как мы все старательно делали все. А вы старались, что вы делали? Забивать голы, побеждать. Кроме нижегородских команд в турнире выступили и первоклашки из Навашино. Именно они и стали лучшими в старшей возрастной группе. А организаторы уже готовят следующие соревнования, в которых будет участвовать еще больше команд. Айда Матвей, айда флорболист. Главные победы героя прошедшего сюжета еще впереди. А у нас впереди небольшой тайм-аут, сразу после которого гостем студии станет президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Завиваев. И уж поверьте, нам будет о чем поговорить. Так что не переключайтесь, мы скоро вернемся. Еще раз здравствуйте. На канале НТВ продолжается информационно-аналитическая программа о спорте «Хитрик». Пауза была недолгой. И, если честно, немножко я даже в приятном удивлении. Как и обещал, у нас в гостях президент Федерации шахмат Нижегородской области Илья Сафович Завиваев. И, Илья Сафович, что за ангел пришел с вами? Ну, это наш ребенок, один из нижегородских шахматистов, один из самых юных участников нашего большого крупного фестиваля, который сейчас в Нижнем Новгороде проходит. О котором мы сейчас будем говорить. Будем рассказывать. Вот мы, так сказать, прям с турнира вместе ехали, заехали вот к вам на передачу. Ну и просто опережая события, должен заметить, что Эвелина, несмотря на возраст, уже довольно серьезный шахматист. Эвелин, сколько вот ты уже занимаешься шахматами и у тебя сколько уже побед, грубо говоря, есть? Много. Ну, много. Это 5, 10, 100. Угу. Как давно занимаешься? Вот со скольки лет? Ну, с 3 или с 4. С 3 или с 4 лет. А сейчас тебе, прости, нескромный вопрос? 6,5. 6,5. И, Илья Сафович, я думаю, вы лучше ответьте. И уже довольно серьезные успехи. Ну, бронзовый призер чемпионата Европы среди школьников, вице-чемпион области. Так скромно. Да. Европа, бронза. Ну, на самом деле, у нас сейчас такой период, мы переживаем, что у нас очень много талантливых детей. У нас на турнире самая юная участница, ей 5 лет, например. И она в детском турнире среди девочек, Варвара Кузьмина из города Кстово, идет 3 из 3. Вот. У нас, то есть, вот, как бы, так сказать... Вот в прошлом году вот на этом фестивале было 120 детей, сейчас 160 детей. То есть если в том году мы говорили о том, для чего мы это делаем, чтобы мы это проводили впервые, 2 этапа Кубка России, вот теперь ПФО среди мужчин и женщин, да, и все в рамках очень серьезных фестивалей, то сейчас нас все услышали и поняли, что действительно как это круто, что на сегодняшний день... Ведь глобально, еще раз, для чего все это делается, да? Ведь любой спорт высших достижений, основной бюджет, это съедает вот эти поездки, чтобы куда-то выехать, это чем бы ты ни занимался, вам, как обозревателю спорта областного, да, это все легко и понятно. Так вот, что мы делаем? Мы здесь создаем такую площадку, что у нас сегодня любой ребенок может начинать, во-первых, серьезный тренерские школы у нас, да, здесь, и турнир вот здесь, который мы проводим. Он может никуда не выезжать уже здесь и оттачивать свое мастерство, и через эти этапы, в том числе, пробиваться в шахматную элиту, в сборную страны и завоевывать международный титул, что мы последние годы уже с успехом и делаем. Ну, мы должны озвучить, уже вот столько сказали слов о фестивале, надо действительно озвучить. В эти дни в Нижнем Новгороде проходит второй, уже во второй раз
очень серьезный, очень крупный фестиваль, Кубок мини-пожарский, да, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Если сравнивать с прошлым годом, я, если я не ошибаюсь, 554 участника было в прошлом году. В этом году уже рекорд побед. В этом будет больше, мы еще итоги не подвели, потому что у нас один турнир прошел, это по блицу, где Михаил Горожанин, наш кстовский вундеркинд, очень плотно в таком составе, где были международные гроссмейстеры, занял первое место. Мы снова взяли, как и в прошлом году, золото взяли по блицу, так и здесь мы взяли золото. Сейчас у нас начались турниры по классическим шахматам, и здесь, где опять нижегородцы лидируют. Ну, посмотрим, впереди еще турнир по быстрым шахматам и наш любимый ночной блиц-марафон. И посмотрим, сколько там будет гостей. Это в ночь с 30 на 31 марта. В ночь с 30, да, мы в 8 вечера начинаем и в 8 утра заканчиваем, будем играть. Мне посчастливилось побывать на открытии вот второго фестиваля, вот этого Кубка Минина и Пожарского. Огромное количество детей, потому да, что ну, в рамках видели, этого фестиваля... Да, да, да. В рамках этого фестиваля как раз этап детского Кубка России, если не ошибаюсь, проходит. Да. Вот, очень много детей. И, Эвелина, сразу же вопрос. Участвуешь ли ты в детском Кубке России и какие у тебя там уже успехи? Да, я участвую. Я набрала 3 очка. Из скольки? Из 3. Из 3. Ну, молодец, пока успешно выступаешь. Что впереди? Из 3. Что впереди? Сколько еще у тебя партий и кого, может быть, боишься даже из соперниц? Никого. Никого не боишься. А вот смотри, расскажи мне, пожалуйста, многие девочки твоего возраста, они как? Они погулять на компьютере, поиграть, в куклы там поиграть, а ты в шахматы, ну, такой серьезный вид спорта. Что вот тебя привлекает в этих шахматах? Что здесь интересное? Ну, это развивает ум и для себя очень интересно. Это интересно. Да. А может быть, ты занимаешься шахматами, потому что твой папа президент Федерации шахмат Нижегородской области. Ну, на самом деле, очень, я думаю, правильное воспитание действительно детей. Когда шахматами занимаются, я обратил внимание, ведь есть такой стереотип, что шахматы, ну, простите за выражение, ботаники. Но я с вами знаком уже не первый год. Все знают, что мы и эту тему перевернули с ног на голову. Да, я лишний раз убеждаю, что это веселые, жизнерадостные люди. И самые красивые люди, самые красивые девушки, например. Когда шахматный бал, это так красиво. Шахматный бал наш, да, и наши нижегородские шахматистки, и, ну и шахматисты, да, тоже очень серьезные кавалеры. Да. Ну вот, возвращаемся к Кубку Минина и Пожарского. Понятно, что прогнозы дело неблагодарное, но тем не менее, чего нам ждать в этом году? Мы опять все-все-все возьмем. Ну, на этом фестивале у себя дома, естественно, как говорится, стены помогают, и мы, я думаю, что в командном зачете, без всякого сомнения, победим. Вот. Но это лишь вот этот старт в этом году, да, у нас впереди очень большие соревнования. Это, во-первых, сам фестиваль, это, извините меня, отбор в высшую лигу чемпионата России. Детский этап – это один из этапов на протяжении вот, всего года. И второй этап у нас будет также в августе, в Нижнем Новгороде проходить. Да? И у наших ребят очень хорошие шансы через эти этапы отобраться в сборную страны. В этом году, в январе, если говорить, мы с вами давно не виделись, у нас есть международный успех. Максим Колча, наша юная звезда, выиграл самый большой вообще в России международный фестиваль. Москва Open. Москва Open, да. И теперь едет, значит, в составе нижегородской российской делегации на первенство Европы среди школьников. У нас через месяц мы большущей делегацией, более 30 человек, мы вылетаем в Сочи на юношеское первенство России, где мы тоже во многих группах будем и фаворитами, и очень серьезными претендентами на медалями. Ну и потом у нас большое шахматное лето, и в Нижнем будет очень много турниров, и выезд опять же за границу. Поэтому все идет по хорошему плану, поступательно. Но самое главное, что мы сейчас видим, что область вообще нижегородская, она настолько пронизано шахматами, что вот я уже говорю, много раз отмечаю, что уже в фитнес-клубах появляются шахматы, наряду там со всеми этими тренажерами, прямо вот Специально тяжелые, да, очень специальные. Нет, они такие стецки красивые, там люди сидят, там потягают железо, потом садятся как бы играть в шахматы. В областных центрах открывается шахматный клуб. В Княгине, где я откуда родом, мы недавно открыли шахматный клуб прямо в Фоке. Там такое количество, там уже там под 40 детей занимается, у них уже первые успехи, они уже выезжают в Нижнем на турнире. Мы хотим выйти с инициативой, чтобы вообще в каждом ФОКе, особенно это касается областных центров, чтобы там открывались шахматные секции. Поэтому... Ведь это очень доступно, самое главное. Это очень, не только очень доступно, но это я и говорю еще раз. Это настолько помогает человеку
развиваться не только вот умственные свои способности, да, но и, скажем так, и помогает в других спортах также добиваться успехов. Потому что люди сочетают шахматы, там, хоккей, футбол, и они и там успешны. И мы посмотрели, что у нас они все шахматисты через одного отличники в школах. Это же по-другому усваивается материал. И это все, сейчас Нижегородская область это осознала. Ну и плюс вы, конечно, большую поддержку информационную в том числе оказываете. И смотрите, уже, как бы сказать, федерация обратила на это внимание. Они уже на центральном спортивном каналу запустили шахматную передачу. Мы-то с вами уже сколько, так сказать, провели выпусков и сколько это уже давно делаем. Плюс и Нижегородское радио у вас передача. Нижегородское радио у нас. И они сейчас на радио все время запустили программу шахмат. То есть все мы что же здесь в Нижнем делаем, да, мы являемся первопроходцами. Центр федеральный смотрит, планета наблюдает и, так сказать, ну здесь, конечно, доля иронии, но в целом это действительно так. Все. Ну, это приятно слышать такое. Это приятно, потому что к шахматам вот, вот именно сейчас такое внимание. И хорошо, что мы в тренде Нижегородской области. Да, и еще вот как раз на открытии фестиваля мы с вами когда беседовали, отличная программа у вас, по-моему, уже началась. Это детские дома, интернаты. У нас большой благотворительный проект, который мы сейчас запускаем совместно с своими партнерами, там, с Деловой Россией, со Сбербанком России, где мы хотим, чтобы во всех детских домах были шахматы. То есть мы уже подарили в 10 детских домов полные шахматные комплекты с книгами, с литературой, организовали там занятия, и дальше мы будем идти по этому пути, чтобы до конца года как можно больше детских домов охватить, потому что детям, особенно вот в детских домах, да, им вот через шахматы это вот тоже особый путь, как вот себя и в жизни реализовать, ну и опять же, вот этот самый лучший в мире тренажер для ума и там и так далее, и так далее. И мы хотим в рамках нашего следующего фестиваля, например, летнего, да, запустить, может быть, замахнем, ну, чемпионат области мы точно сделаем среди детских домов, но, может быть, замахнемся, может быть, сделаем статус, передадим чемпионат России, например, да, среди, и это будет такой мега благотворительный марафон, который, по сути, на сегодняшний день запустился, ну, и сейчас он будет набирать обороты. Ну, у нас-то все хорошо, допустим, вот действительно, вы продвигаете шахматы сейчас детские дома, а в масштабах России так ли все весело? Это программа вообще Российской шахматной федерации, она ее инициировала, и здесь вот, скажем так, многие регионы ее подхватили, и мы, естественно, в том числе, и в очень в плотном, тесном ключе взаимодействуем и эту программу реализуем совместными усилиями. Эту тему не потянуть как-то вот на, в одиночестве. Ну и все-таки вернусь к нашему Кубку Минина и Пожарского. Второй фестиваль, мне кажется, вот как, знаете, в театре бывает, второй и третий спектакль – это самые плохие. Когда, кажется, уже все знаешь, а на самом деле еще много чего надо сделать. Первый фестиваль, я свидетель, получился просто шикарный. Сейчас, наверное, вот эта лишняя ответственность, давление как-то повлияло на проведение этого фестиваля? Нет, никакого давления. Мы получаем удовольствие. Нам наоборот, никак. Мы уже настолько все знаем, как все сделать на высоком уровне. Наоборот, мы все эти стандарты, сейчас мы очень серьезно, например, это такой мир наступил, боремся с читерством, например. То есть, ну вот, эпоха цивилизации пришла к тому, что вот эти телефоны, гаджеты, там, программки и прочее. То есть шахматисты традиционно всегда были очень достаточно благородными, честными, да, но так сказать, все-таки народу много, и какие-то могут быть подозрения и прочее. Вот в этом направлении, например, так сказать, серьезную работу проводим. Глушилки да, будете ставить? Глушилки, рамки ставим, телефоны все сдают еще, чтобы максимально была честная игра, как оно и должно быть, так сказать, испокон веков. Поэтому в этом смысле мы эти фестивали уже как орешки. И нам нравится, что они набирают обороты, получают популярность, и мы очень будем сейчас задумываться, где же нам проводить вот эти наши фестивали на следующий год, потому что мы даже были вынуждены отказать некоторым участникам, потому что мы просто физически не поместились. Потому что вот эта популярность на сегодняшний день, шахмат, который есть, она на самом деле зашкаливает. И в школы детей очень много записываются, и в турниры хотят участвовать, и частные клубы по шахматам открываются. То есть все вот так вот бурлит на самом деле. Ну и хочу закончить наш эфир нашей красавицы Эвелиной. Эвелина, расскажи, прорекламируй, скажем так, шахматы, чтобы все ими пошли заниматься. Почему людям надо заниматься шахматами, вот на твой взгляд? Ну, если они пойдут заниматься, то это в удовольствие играть, там, ну, получать медали, кубки, там... Денежные премии. Получала денежные премии уже? Да. Вот, ради этого и стоит идти в шахматы хотя бы поэтому. Не, на самом деле все шутки, действительно, я свидетель, насколько это все жизненно, насколько все весело, все происходит. Илья Сафович, увидимся с вами на закрытии фестиваля. К сожалению, эфирное время подходит к концу, но уверен, мы с вами в этой студии видимся не в последний раз. Эвелина, тебе только побед и удачи, хорошо? Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Итак, эфирное время подошло к концу. По традиции, в конце передачи говорю вам пока-пока. И самое главное, не забывайте дружить со спортом.